если избрание было совершено еще до сотворения мира, то вот призвание подразумевает конкретные шаги, которые Бог должен предпринять для того, чтобы привлечь человека к себе и к принятию Иисуса Христа. И первый такой шаг — это призвание, призыв человека к спасению, чтобы человек принял Иисуса Христа и обрел спасение в нем. И здесь есть немало моментов, которые нам необходимо с вами обсудить. Но начнем мы с вами с того, что скажем, что в Библии говорится о двух призваниях, причем она отличает эти призвания друг от друга. С одной стороны, есть призыв, который обычно называется общим призывом или внешним призывом. Это призыв или приглашение обрести спасение во Христе. И здесь речь не идет о том, принимают люди это приглашение или нет. Этот призыв обращен ко всем. И когда мы с вами делимся благой вестью с нашими друзьями, как раз и происходит этот общий призыв. Человек может принять Евангелие, может не принять, но мы даем им необходимую информацию о том, что совершил Христос, об их нужде в Спасителе, и о том, что Христос с радостью станет их Спасителем, искупит их от их грехов. И мы призываем людей принять Христа. Все это включено в общий призыв или внешний призыв. И говоря «внешний», мы подразумеваем, что призыв происходит извне, через наше свидетельство, через наше благовестие. Но Евангелие может не достичь их сердец, может не проникнуть в глубины сердца человека и не произвести те действия, которые должны произойти. С другой стороны, в Писании мы читаем о втором призыве, и его называют особым, внутренним или действенным призывом. И вот этот призыв достигает сердец людей, достигает разума человека, и он производит необходимые действия, необходимые изменения, и человек принимает Христа как своего Спасителя. Но вы никогда не знаете заранее, до момента благовестия, когда вы делитесь Евангелием, будет ли призыв принять Христа и обрести спасение просто услышанным и отвергнутым, или этот призыв поспособствует тому, что человек обратится ко Христу посредством служения Святого Духа, и человек обретет спасительную веру и спасительное познание Иисуса Христа. Итак, есть два призыва, о которых мы читаем в Писании. Но а кто же призывает? Никто иной, как сам Бог. И Писание говорит о том, что каждая личность Божества вовлечена в этот процесс. И вы можете посмотреть, свои конспекты там приведены, стихи из Библии, которые говорят о том, что это служение Бога Отца. И Бог Отец, конечно, действует через Бога Сына. Поэтому можно сказать о том, что Бог Сын также участвует в этом процессе. И в своих конспектах вы можете найти ссылки на стихи, которые именно так нам все и раскрывают. И не хотим мы забыть о роли Святого Духа, потому что Он также принимает участие. Христос призывает людей к Себе посредством Своего Слова, которое мы можем с вами найти в Писании, но также и посредством Святого Духа. Итак, все три личности Божества вовлечены процесс призвания, призвание ко спасению. Но давайте с вами поговорим более конкретно, а именно поразмышляем об общем призыве. И если у вас есть желание больше узнать, что это за призыв и что об этом говорит Писание, вы можете обратиться вот к этим стихам из Священного Писания, которые записаны в ваших конспектах, и вы видите здесь на экране. И общий призыв обращен ко многим-многим людям, призывая их прийти ко Христу, принять Его, обрести спасение в Нем. И существуют различные элементы, составляющие, которые включаются в этот призыв.
И не всякий раз, когда мы читаем в Писании об общем призыве, упоминается каждый элемент, но тем не менее можно говорить о существовании вот всех этих элементов. Во-первых, это провозглашение евангельских фактов и разъяснение концепции искупления. То есть объясняется, что совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, и что значит Его смерть, почему Он это совершил, и почему нам это нужно. И вдобавок к этому есть приглашение принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И вот если мы представили евангельские факты и сделали это правильно, если мы объяснили, почему человек нуждается в искуплении, что есть наказание, которое должен понести каждый человек за свои грехи, и человек не в силах сам себя искупить. Именно поэтому Иисус Христос умер на Голгофском кресте, чтобы искупить нас. И вот объяснив все это, мы должны сказать, что смерть Христа на кресте окажется бесполезной, если человек не примет дар прощения, дар новой жизни, вечной жизни, которую Христос предлагает. Но если же человек принимает Христа как своего Спасителя, то он совершает покаяние, раскаивается за то, как он жил, за те грехи, которые он совершал против Бога. Он обращается ко Христу, обращается к Богу с верой. Далее, следующий элемент, который включается в общий призыв, это Божье обетование, что если человек принимает Христа как своего личного Спасителя, то его грехи будут прощены, и он действительно будет спасен. И вот это нам раскрывает, в чем же состоит суть общего призыва. Мы также с вами можем говорить о различных характеристиках вот этого внешнего или общего призыва. Но вот что я хотел бы особо подчеркнуть и на что обратить ваше внимание, это на то, что этот призыв является подлинным, настоящим. Он реальный. Здесь не идет речь о какой-то подделке или притворстве. То есть спасение действительно предлагается, и со стороны Бога здесь нет никакой хитрости, когда Он предлагает спасение вот посредством этого общего призыва. Его намерения вполне серьезны. Вы можете спросить, ну а почему кто-то будет в этом сомневаться, что вот этот призыв к спасению является подлинным, истинным призывом? Ну, некоторые люди говорят, что этот призыв не подлинный, не истинный, потому что только избранные на него отвечают. Как можно предлагать Евангелие всем людям и при этом верить в божественное избрание, в то, что Бог не избрал каждого человека к спасению? Как тогда можно всерьез заявлять какому-то человеку, что Бог ждет его и желает его спасения и готов стать его спасителем, когда вы знаете о том, что далеко не все люди избраны Богом ко спасению? Я думаю, это существенный вопрос, и в ответ я хотел бы указать на четыре момента. И первое, я хотел бы отметить, что общий призыв выражает Божье желание, то, что Он хочет, чтобы каждый человек был спасен. Но это не говорит о том, что Бог установил, чтобы каждый человек, услышавший общий призыв, спасся. Здесь говорится лишь о том, что Бог совершил и что бы Он хотел, чтобы человек сделал. Поэтому в этом отношении можно говорить о том, что этот призыв подлинный, что призыв истинный, что Бог действительно хочет, чтобы каждый человек спасся. Поэтому, призывая нас ко спасению, Бог не хитрит с нами. Этот призыв имеет под собой основание. И, во-вторых, можно говорить о том, что этот призыв подлинный, потому что Христос действительно умер за грехи всех людей. Было бы действительно неправильно, скажем, обратиться к группе людей, скажем, на Рождество, и сказать им, не хотели бы вы получить рождественские подарки? И все говорят, да, хотим. И затем сказать, а теперь, пожалуйста, подойдите и возьмите рождественские подарки, которые я для вас купил.
вам эти подарки очень понравятся. И затем, по мере того, как люди подходят и берут подарки, оказывается, что для кого-то подарки были приобретены, были куплены, и чьи-то имена написаны на подарках, а для кого-то подарки не были куплены, и для них ничего не предназначается. Поэтому не представляется ли это своего рода насмешкой предлагать подарки всем, в то время как куплены они только для некоторых? И таким же образом строится возражение, с которым мы имеем дело здесь. И ответить на это возражение можно следующим образом. Своей смертью Иисус Христос заплатил за грехи каждого человека. И здесь мы возвращаемся к нашему обсуждению искупления. И мы с вами говорили, намеревался ли Христос умереть только за избранных, или Он намеревался умереть за всех людей. Но если мы верим, как я верю, что Христос заплатил за грехи каждого человека, то тогда, в действительности, когда мы предлагаем Евангелие, благую весть каждому человеку, то мы можем твердо говорить о нашей вере, что Христос действительно умер за грехи этого человека. И действительно есть дар, который Бог может вручить этому человеку, если этот человек примет. Но только Бог знает, примет человек или нет. Приглашение взять подарок подлинное, и в нем нет никакого подвоха. И третий момент, почему этот призыв является подлинным. Вот посмотрите, есть много всего другого, к чему Бог нас призывает, но мы этого не делаем. Но тем не менее, Он все еще призывает нас это делать. Вот, к примеру, люди призваны в Божьем Слове исполнять Божий закон. И при этом Бог прекрасно знает, что мы нарушим все Его нравственные предписания. И тот факт, что Он знает, что мы нарушим Его нравственные правила, не означает, что Он не имеет права призывать нас проявлять послушание, и что есть какой-то подвох в том, что Он выдвигает такие требования. И подобным образом и в этом случае, несмотря на то, что Бог не предизбрал каждого человека, и Он это знает. И Он знает, что будут те, которые услышат призыв принять Евангелие, но отвергнут Евангелие. Несмотря на это, Он все равно говорит людям через Свое Слово, через свидетельство Его детей, что и к ним звучит призыв к спасению, и что они должны принять Христа, зная при этом, что они не примут Христа. Есть еще один момент. Призыв к спасению, призыв каждого человека к спасению, не был бы подлинным, если бы Бог что-то сам делал, чтобы помешать неизбранным принять этот призыв, ответить на него, принять Христа. Другими словами, если бы были среди неизбранных те, которые хотели бы принять Христа, ответить на этот призыв, но Бог бы сделал это для них невозможным, то вот тогда мы должны были бы сказать, что здесь подвох. Бог на самом деле не всерьез всех призывает. Но ведь Бог ничего такого не делает. Бог ничего не делает, чтобы помешать неизбранным принять Христа. Дело в том, что эти люди не приходят ко Христу, потому что не хотят. Они сами этого не хотят. И никто не заставляет их, не принуждает их принимать такое решение против их воли, отвергнуть Христа. Они делают это добровольно, по собственной воле. Они сами отвергают Евангелие и отвергают Христа. Поэтому было бы неверно предлагать что-то кому-то, при этом делая невозможным для этого человека это получить, даже если этот человек хочет этот дар принять. Но в этом случае, в случае со спасением, все не так. Те люди, которые отвергают Христа, отвергают Евангелие, делают это добровольно, делают это, потому что сами этого хотят. Итак, это общий призыв. Как же насчет действенного призыва? Или по-другому он называется внутренним призывом? И вы также можете найти ссылки на стихи Священного Писания, как в своих конспектах, так вы можете увидеть их и на экране.
В этих стихах мы читаем о действенном призыве, когда не просто провозглашается Евангелие, но когда евангельская весть достигает сердца, когда человек в итоге принимает решение принять спасение, спасение в Иисусе Христе. И очевидно, как мы уже с вами говорили, когда говорили о спасении, действенный призыв возможен только на основе общего призыва. Но так как не каждый человек, который слышит общий призыв, принимает Христа, обращается к Богу, то очевидно, что вот этот действенный призыв обращен только к избранным и производит действие в их сердцах, благодаря чему они отвечают и принимают Христа. И мы также можем сказать о том, что вот этот призыв, действенный призыв, случается лишь однажды, потому что второй раз уже не нужен, с первого раза происходит обращение, и достигается цель этого призыва. И вот, к примеру, вы можете увидеть тексты Священного Писания, в которых говорится о том, что избраны те, которые призваны. И вот здесь речь идет не об общем призыве, а об действенном призыве. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Далее необходимо сказать о том, что же происходит в этот момент, момент действенного призыва. И затем мы уже пойдем далее и перейдем к обсуждению следующей доктрины. Как мы понимаем, действенный призыв основывается на провозглашении благой вести. Другими словами, в контексте общего призыва, когда провозглашается Евангелие, Дух Святой берет это евангельское послание и вкладывает в разум и сердце человека, который слышит это послание, убеждает этого человека в истинности, обличает его и убеждает его в необходимости Спасителя. И мы понимаем, что без содействия Духа Святого простое человеческое провозглашение Евангелия не достигнет цели приведения человека ко Христу. Что ж, хорошо. Действенный призыв — это, по сути, общий призыв, который становится действенным. И как же это происходит? Как мы уже сказали, я повторюсь, что Дух Святой совершает свое действие внутри нас, привлекая нас к спасительной вере, вере в Иисуса Христа. И зачастую вот это действие Святого Духа, которое Он совершает в наших сердцах, называется служением Святого Духа. И Его действие незаменимо, потому что мы, люди, предоставленные сами себе, как те, кто провозглашают Евангелие, так и те, которые слышат Евангелие, не способны по причине греха воспринять это Евангелие. Только лишь благодаря служению Святого Духа разум человека и сердце человека становятся восприимчивыми к принятию Евангелия, иначе принятие никогда бы не произошло. Что же еще можно сказать об этом призыве? Это призыв действенный, он приводит к спасению человека. Это очевидно. Если бы он не приводил ко спасению, то он не был бы действенным, он был бы общим. Но в действительности действенный призыв, он потому и действенный, что приводит ко спасению. Далее, этот призыв непреложный. Это означает, что если кто-то ответил на евангельский призыв, то он будет сохранен и будет в итоге спасен, потому что Бог не отменит свой призыв и не изменит своего решения. И вот вы видите, как в своих конспектах, так и здесь на слайде, что те, кого Бог предузнал, кого Он предопределил, того Он призвал, и того в итоге Он и прославил. То есть эти призванные в итоге будут прославлены. Это послание к Римлянам, 8 глава, с 28 по 30 стихи. И здесь говорится, что все происходит по Божьему изволению. Бог является инициатором, и Он это все и совершает.
И такого не происходит, чтобы те, которые предопределены, предузнаны, призваны ко спасению, принимают Евангелие, но затем отвергают его. Нет, тех, кого он призвал, тех и оправдал. А те, кого он оправдал, до того момента, как они будут прославлены, не отпадают от веры, не отрекаются. Все они в итоге будут прославлены. Об этом здесь пишет апостол Павел. Также этот призыв можно назвать небесным призывом. И это говорит нам о природе этого призыва. И также это целенаправленный призыв. То есть у этого призыва есть определенная цель, которую он достигает, и есть определенные шаги на пути достижения. И в своих конспектах вы можете прочитать те цели, которых Бог достигает через действенный призыв, предопределяя и призывая нас к спасению в Нем. Вы можете сами все внимательно прочитать, внимательно прочитать те тексты Писания, которые приведены. Я оставлю это на ваше самостоятельное изучение. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.